лицей номер 8 прошел форум лидеров молодежного движения и успешных выпускников лицея «Лидеры 21 века. Времен. Связующая нить». Раиса Мургунова расскажет. Форум молодежных лидеров стал платформой для встречи лицеистов нынешних и тех, кто когда-то учился в стенах этой школы. Выпускники разных лет, которые не смогли лично присутствовать, присоединились к телемосту из США, Великобритании, Польши и Италии. На повестке организации ассоциации лидеров. Во-первых, мы обсуждаем 30 лет, да, независимости Казахстана. Это очень важный исторический момент, очень важный исторический этап. Мы говорим уже о возможностях молодежи, то есть где может молодежь себя реализовывать, в каких направлениях, какие даются возможности молодежи. Независимость и молодежь – это неразрывные понятия. Казахстан, равенство, согласие, мир – это неразрывные понятия. Потому что Казахстан – это современное, независимое, молодое государство, которое сегодня держит планку только вперед. И лицей наш также держит эту планку. Главный лейтмотив форума – достижение и развитие Казахстана за 30 лет независимости. Лицеисты разных поколений, те, кто покинул стены школы 15 лет назад, и будущие выпускники поделились тем, что для них независимость и какие возможности она дает. Мы подводим определенные итоги достижений как в целом страны за 30 лет независимости, так и лицея в частности. Чтобы быть независимым, нужно быть интеллектуально богатым человеком. Независимость можно построить только через образованную нацию. Тот факт, что мы получили независимость, получили шанс развиваться как независимое государство, имеем как бы шанс на самоопределение, возможности делать то, как мы хотим, а не как нам могут указывать, приказывать. Это, ну, у многих стран, многих народов такой возможности нет, и надо это ценить. А в завершении форума самым выдающимся и отличившимся лицеистам вручили нагрудные знаки ассоциации лидеров лицея. Раиса Моргунова, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат.